Увековечена память о мэтре якутской телерадиожурналистики. Сегодня в столице, в доме номер 12 по улице Петра Алексеева, где проживал известный журналист, поэт, прозаик, заслуженный работник культуры РСФСР и ЯССР, отличник телевидения и радиовещания СССР Степан Дадаскинов, установили памятную мемориальную доску. Трудовая деятельность Степана Егоровича внесла огромный неоценимый вклад в развитие якутской журналистики, литературы и общественной жизни республики. Он автор многочисленных произведений, стихотворений и радиотелепередач. В его очерках часто поднимались проблемы и быт малочисленных народов Якутии. Благодаря работе журналиста многие интересы северян были услышаны. Сегодня в память о своем ветеране национальная вещательная компания «Саха» выступила инициатором и организатором установки мемориальной доски. На торжественной церемонии открытия почтили его имя коллеги, соратники и близкие родственники. Приятно, и хотелось бы выразить благодарность телерадиокомпании НВК «Саха». Сегодня пришло очень много ветеранов, друзей, дедушки, которые пришли почтить его, еще раз вспомнить. Действительно, человек, ну, для меня он, конечно, в первую очередь, это человек, который мой любимый дедушка. Что касается именно этого дома, здесь я прожил практически все свое детство. То есть я помню вот эти... Дедушка любил днем поспать, допустим, да, а ночью он работал, печатал на печатной машинке. Я буквально в этой же комнате спал, то есть под стук, вот, когда он писал свои произведения. То есть, вот, и, конечно, с этим домом связаны большие воспоминания.